Власти Санкт-Петербурга собираются провести конкурс, по результатам которого определят подрядчика строительства Серного моста. Такое решение принял губернатор Георгий Полтавченко на совещании 19 июля. Мост построят на бюджетные деньги, предварительная стоимость 8 миллиардов 200 миллионов рублей. 8 миллиардов для подобного, 8,2 миллиарда для подобного рода сооружений, ни мало, ни много, это сводный сметный расчет, утвержденный главгосэкспертизы, пересчитанный в цены 2011 года. Полный сводный сметный расчет составляет вот эту именно эту цифру. И, на мой взгляд, я приветствую это решение о возобновлении строительства мостового перехода через Малое Нево в районе острова Серный, потому что это один из крайне важных для города проектов, крайне важных для улучшения транспортной ситуации в городе. Значительно улучшить транспортную связь между Васильевским островом и Петроградской стороной. А тем более с учетом того, что Тучков мост находится в плохом состоянии, в аварийном, и его скоро нужно закрывать на реконструкцию, то на период реконструкции придется закрывать движение по Тучковому мосту, и здесь уже обойтись без моста в створе острова Серный просто будет невозможно. Я не думаю, что существует явный претендент, будут торги, и все строительные компании крупные, которые сейчас в городе так или иначе выполняют работы по мостам, по серьезным мостам, все они, наверное, примут какое-то участие, заинтересуются на это. В первую очередь, мост 19, который уже и начинал строительство этого моста. Наверное, конкуренцию ему смогут составить ЗАО «Пилон», может быть, «Мостострой-6», может быть, «Мостотрест», может быть, «Возрождение», может быть, еще кто-то.